У рамках распачатай работы по падрыхтоўцы да чарговага форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі пры Нёмані з візітам наведаў надзвычайны і паўнамоцны пасол Расійскай Федэрацыі ў Рэспубліцы Беларусь Яўген Лук'янаў. Весной будет очередной форум регионов России и Белоруссии. И он проводиться будет с белорусской стороны, будет проводиться в Гродно. Вот мы решили начать уже подготовку и разговоры, проговоры с руководством области и с другими коллегами в других городах области, для того, чтобы уже выстраивать какую-то общую идеологию этого мероприятия. Программа поездки надзвычайнага и полномочного посла России у Беларуси двухдённая с проведением особистой встречи с керавництвом в области. Как рассказал Яўген Лук'янаў, это не первый его визит у Прынёмані. С заходним регионом его связывают сторонки життя. Апроч того, с моменту призначения посол побывал уже амаль во всех регионах Беларуси. Листопадовский визит – это частка великой программы подрыхтовки до форума регионов Беларуси и России и больше шчыльное знакомство с культурно-историчной спадчиной Прынёмання. Так Яўген Лук'янаў побывал у историко-культурной установе музей сядиба Михала Клеофаса Агинского Смаргонского района. Напереди ознаёмление со старым замком у Гродне. Нагадаем, что у червени 2014 года Минск примал первый форум регионов Беларуси и России. Каждое новое мероприемство присвячается новой тематике. Результаты подписанных контрактов, обычно результаты переговоров по итогам этих форумов выражаются в сотнях миллионов долларов. И это наверняка еще и одно обстоятельство, которое хоть и уже имеет свою историю, но будет наверняка полезным интегральным обстоятельством в рамках реализации наших союзных инвестиционных программ.